Лесопильщик, быстро закрыл с собой никотина. Пацаны, диджею тяжело. Терпи, я терпи, иду, диджей, терпи. Терплю. Диджей, давай, давай, диджей. Терплю. Терпи. Тел, помоги диджею. Если смогу. Да лучше их атакуйте активнее, я-то выдержу по хп. Да. Макс, забей тебе мили, смотри, Макс, сильно не сдавай. Вижу. Прими левее, там сапаты хил, прихвати его. Телп, упоролся. По зарплате, Крюс, по зарплате. Да, я сейчас. Там они это стоят, все, кидаем. Прихвати Сапатова, он на нас заходит. Инсайт снарядами поделись, пожалуйста. У меня ноль. Вертекса вроде добиваю. Феликс, в любой непонятной ситуации ремайся. Вот этих хотя бы двоих не отпустить за зарплату. Брандера его завалить на Телпа, Брандер. Фальки. Андрей, сильно это... Спасибо. Сапатова. Телп, все, Телп, ремайся. Так, ой-ой-ой, что-то я далеко. Так, бригада, осторожно. Вас сейчас пойдут рашить фобии всякие. Да, левый, пойдут. Левый фланг, мортиры, будьте осторожны. Деликатно. Да. Фокус по Ланнистеру. Тихо, теперь тишина полностью, не надо галдежа. Так. Ребятки, Роджер, Андрей, невидимую линию быстро образовали. Не гонитесь, если что. Гонятся мортиры. Ну, Роджер, ты пол мортира. Это почему? Потому что не слишком маневренный. А кирасиру? Он уходит. Давайте. Вот этот. Давайте, пацаны, блядь, 59-39, ебаный в рот, блядь. По мордоку. Не торопитесь. Красавчики просто, лютые красавчики. Ебать, неужели не сделают? И кидайте по нему. Где усиление надо? Диджей ловят. На юге. В середине. Понял. Феликс, они посыпались, ползают, они потерялись, блядь. Главное бы ошибки сейчас они не допустить. Пускай не надо. Пускай мартирки. Не ведемся. Нам просто отступить будет. Они нас по ветру вытягивают, чтобы нам было тяжело отступить, поэтому не ведитесь. Да. Не ведемся. Здесь стоим и все. Смотрите, чтобы они не обошли. Красавчики. Кирасир цепляет. Огонь по фобии, кто может. Блядь, красавчики, пацаны. Вообще лютые, молодцы. Я не сразу включу запись, получается. И вы посмотрите, что делается. Как красиво отыграли пацаны, блядь. Как говорится, и подпивастики с берегов братства, да, когда говорили, блядь. Смотрите как по очкам. Посмотрите, какая красота, блядь. Просто. Все. Они не знают, что делать, нахуй. Все приемы закончились, блядь. Они просто потерянные. Просто потеряшки, нахуй.
Они не знают, что им делать. Они пытались продавить, у них не получилось. Они пытались забрать, не получилось. Теперь они пытаются по одному, по фокусу выцепить, чтобы чисто сыграть на очки, короче. У них даже не получится ограбить форт теперь, блядь. Если пацаны правильно продержатся, пацаны победят. И это будет просто, сука, грандиозная победа, блядь, против львов, нахуй. И это будет грандиозное поражение львов и цехов. Ой, блядь, цехов и цехи ни при чем, это у меня автоматически. Львов и эмок. Вы посмотрите, кто против них играет, блядь. Просто пацаны-красавчики, пацаны творят историю. Сейчас пацаны творят историю. Наши пацаны, блядь, из Берегового Братства, блядь, творят просто лютую историю. Красавчики не ведутся. Авангард грамотно командует. Отлично. Отлично. Вот она перестрелка. А перестрелка почему? Потому что все. Потому что они не могут давить. Потому что их давление не помогает, блядь. Потому что береговой стало сильнее, нахуй. И береговой не сыпется теперь, когда давят весты, блядь. Все, они не знают, чем делать. Они опять пытаются. Опять пытаются продавить, но сейчас будут опять по ним накидывать, нахуй. И все, блядь. Им пиздец будет. Давайте послушаем, что говорят ребята. Ехать некуда, ну и хоть куда. Половина пятого утра, походу все, приехали. Ехать некуда, путеводная звезда. Виски и кусочки льда, ладно, все, проехали. Малиновая лада, малиновый закат. Хотела на Канары, а везут тебя за МКАД. Холодный, как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят ярко, нас догнала иномарка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. И пусть луна нам светит ярко, обгоняем мы на марку. Везу девочку бунтарку, я хотя бы не пешком. Нам даже звезды светят. Ехать некуда, по южному шоссе. Не хочется, не надо, ведь в ней уже розе. Но ехать некуда, а все едут кто куда. Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновая лада, малиновый закат. Хотела на Канары, а везу... Вы посмотрите, да? Вот, блядь, ну, это пиздец. Гильдия Берегового Братства, грубо говоря, да, там даже сегодня без нашей поддержки, там только Андрей от наших играет, очень достойно показывает себя на портовом бою и сражается на равных. Сражается на равных, прошу заметить. Просто на равных, блядь. Авангард отличный командир, хорошо колет. Хорошо раздают колы. Если бы ребята внимательно слушали бы, очков бы у них было еще больше. Вы посмотрите, львы ничего не могут сделать с эмками. Вообще ничего не могут сделать. У них просто уходит время. Пацаны просто контрят и дефают. Не сдыхайте, ребят, 15 минут осталось. Мореход, тебя выцепляют. А, потихонечку. Мореход вылетел, наверное. Вылетел. Блядь. Мореход, беги, мореход, тебя выцепили. Мореход это. Кусают. У нас идет, двое вылетело. Идет захватывать. Сука. Давай, мореход. Бекет. Блядь. Походу дело не затормозил. Бекет, кто может, бейте. Кидайте. Снимите хп ему. Ребята, отстреливайте сейчас как не в себя. Sorry, давайте. Ребята, у меня интернет вылетел. Блин, не даст. Сталкер, борди его. Сталкер, борди его.
Фальконетами дайте. Фальконетами что-нибудь дайте по нему. Хорош! Сапатой, сапатой, бейте сапатой. Хорош! Хорош. Сапильчик, ты должен Сапатова бордить. Там я утонул. Давай его убивать, бей, Сапатова, бей, просто. Убейте его. 34-39. Не знаю, в кого я, блядь, стреляю. Ребята, мясорубка, работаем деликатно, мочим все, что движется. Ах, ну, блядь, хорошо сказал, нахуй. Хорошо сказал, дайте, брат. Сапай. Бля, авангард, ты зря тоже туда упоролся. Я пошел не просто так, бейте их. Идет. Сталкер, респект тебе. Йода идет. Смотрите, по химикату. По химикату хуярь, блядь. Борди йоду. Йоду борди сразу. Похуй, что наших убивайте. Молодцы, стреляйте. Продолжайте в том же духе. Сталкер забордишь? Не-не, не надо. Добить, добить химиката. Добить химиката. Давим, давим. Давите, они, пацаны, блядь. Накидывайте бочки, давим. Блядь. Давите их нахуй. Сука, блядь, это пиздец. Сон, держитесь, держитесь. Вот это бой, нахуй! Химикату убил его. Вот это бой, блядь, красавчик. Кирасира, кирасира, кто может. 130. Хорошо. Есть, добил. По зарплате, пацаны. Кирасира добить, кирасира добить. Давите, родники, давите, блядь! Зарплата тонкий, давай посмотрим. Забей, пожалуйста, этого ублюдка. Ребята, у них 0 очков, работаем деликатно. Фобию. Каждый минус они. Да, фобию, да. Пропустите, бля. Им пизда, им пизда, блядь, посыпались, нахуй! Фобию, туда, блядь, туда, нахуй, вестов! Бля, Диман, прости. Ебать! Точно, это пиздец! Это пиздец! Да, это такой разъеб, нахуй! Ай, давайте! Блять, яйца в кулак, пацаны! Яйца в кулак, блять! Так, ребята, ребята, у нас тоже очки теряются. Давайте-ка деликатненько. По Джеймсу. Авангард. По мартиркам давайте лупить. Парни, 4 минуты надо продержаться. Не обязательно. Нет. Завалить их. Мартиры убиваем. Мартиры, вот она, 300 хп. Мартиры минус. Справа, справа два фуловых. Джеймсу надо, да, он, блядь, духе наносит. Бэк и ты хью. Все, Ланнистер уходит, все, Ланнистер хорошо, уходит в порт, блядь, под бирку, пацаны, на давайте, роды. Да, блядь, 3,5 минуты просто терпеть. 3,5 минуты протерпеть. Мердок. В шотный ремайтесь, занять оборону. Твою зарплату. Хороши, авангард лучший, молодец. Блядь, не успел на этот ПБ. Это просто, это пацаны делают историю, просто. Пацаны давайте дали добьем. Бой. Дали достойный бой. Пищик, закрой, пожалуйста, мне как. Все, не надо, спасибо. Хорошо. Кирасир. Кирасира, кирасира. Давайте у них эти выбьем. Пошел на ремонт. Леха. Вот это хочешь? Топы сейчас пизды получат. Вот это нахуй топы пизды получат сегодня. Ой, блядь, у них пригорит. Нердо. Ой, блядь. Это будет пиздец. Андрей, они сейчас тебя будут фокусить. Выжимай максимально, максимально. По фокусу, ребята, роды, давайте, отлично, блядь, добивайте, нахуй. Вот этих четверых. Все, блядь, посыпались, вот посыпались впервые, проебали, не блядь, береговому братству портовый бой. Норман, все. Идем. Все, Беккет следующий. Сапаты Хью, Беккет. Десы, красавчики, просто лучшие. Беккета на дно, нахуй. Хорошо. Отлично. Горн. Даже не ограбили, нахуй. Чисто на очки сыграли и... Ливанник. Принято. Стоит прямо. Это проёб, они уже ничего не сделают. Это проёб, они сыпятся, блядь! Александр следующий. Ставки, разбирай этого. Но там есть Лео, я смотрю, парочку. Новичков. Ну, блядь, у ДСов тоже новички. Александр минус. Сука. Нихуя, легендарная победа у нас. Легендарная. Хороший. Да это... Все, это Сапатова Хью. Это супер легендарная победа. Разбить. Кики еще. Не направо, давай йоду лучше. Охереть. Нет, авангард, бочки. Лучшие, блядь. Береговой просто, блядь, затащило нахуй. Просто отдушено, блядь. Охуеть. Разъебали в пух и прах. Это просто героическая победа. Они посыпались, все, блядь.
Это все! Это победа, пацаны! А что они в чат пишут? Ребята, вы лучшие! Пацаны! Жалко, Дина это не стримил. Это... Не даем, не даем. Пацаны, красавчики, блядь, всем привет! Я смотрю, блядь, это стрим. Я просто охуеваю! Я все, я концовку записываю, блядь, это будет в ролике нахуй! Это такой разъем, просто пиздец! Это победа, блядь! От берегового братства, блядь! Ебать, вы их раскидали! Просто пиздец! Я просто в ахуе! Йоду! Йоду на дно! Оху, ребята, 30 секунд. Ебать, вы красавчики капитальные. Охренеть просто. Для всех. Блять, с башнями нам не повезло. Главное то, что мы вовремя их уничтожили, не отбежали никуда. Ебать, ребята. Первые, кто... 15 секунд. Береговом, а это, кто отпиздил, блядь, его, их из берегового братства, блядь, первый, блядь, за всю ебаную историю, по-моему, берегового братства, ну, нет, там Сон их били когда-то, я не помню, но за последнее время, победа, блядь, победа, охуенно, пацаны, молодцы. У меня мышка вспотела. Блядь. Вот это да, такой. Вот это да, блядь. Легендарное дерьмо. У меня клавиатура вспотела. Здорово, парни. Поздравляю. Поздравляю. Привет, привет. Спасибо. Мореход, ты вылетел, но, блядь, вот хуёво, что ты вылетел, но красавчик вернулся, отыграл там все нам. Да у меня интернет же перезагружает. А это... 10 минут. Те львы были там в составе? Да, да, там львы, все львы эмки. Были. Эмки это просто, были. Пацаны, это просто легендарная победа. Вы просто прям яйца в кулак собрали и просто, блядь, пиздец. Они уже не знали, что делать просто-напросто. А их продавливание не помогало. Они уже регруппнулись, блядь. Потом вы опять начали... они опять начали давить. Вы на них не повелись. Это пиздец. Я смотрел, я в ахуе просто был. Это просто, Саня, просто охрененно. Охрененно. Я знаю. Пиваем на ПБ противников. Ребята, всем респект. Львы говорит, львы говорит, вы что, под этиловыми разбойниками сегодня? Я бы не стал, блядь, вам это все распинать, если бы не верил в нашу победу, а я как дурачок, блядь, все раз. Авангард красавчик, выжил, блядь, из себя максимум, блядь, просто очень дисциплинированная игра. Я, правда, на концовку только успел, я поздно приехал сегодня. Я смотрю... Да это не только я там в гильдии помогал, Мореход там фокусил, один там много кто помогал, друг за другом следили, не только моя заслуга, ребятам красавчик. У меня только был план и все. Понятно. И у вас, если я не ошибаюсь, не было, получается, гарниста с премиум аккаунтом, да, чтобы, типа, горно? Да, у нас гарнисты бракованные были, и две башни были по пол хп. Нет, у нас сталкер, БТС новичок, Феликс новичок, Инсайд новичок. Ну, они много... Ну, там, нет, я там просто видел, там тоже, как бы, есть, были новички из Лео, как бы, ну, как бы, может, не новички, может, старички из Лео, грубо говоря. Но это, конечно, жестко. Будем смотреть эту статистику.